Вот так выглядят дворы. Вот эти ямы существуют уже, я не знаю, наверное, 70-х годов это точно. Скоро это будет похоже на минометную воронку. То есть от минометного снаряда. Да, и вот это вот все. Тут ездят машины, они все разбивают. Кто это будет делать, никто не знает. Говорят жильцы. Жильцы это делать не должны. Это должны делать Бишкек Асфальт Сервис.